Здравствуйте! Псориаз. Итак, все по порядку. Прежде чем начать лечиться, откажитесь полностью от спиртного и курения. Для приготовления лекарства понадобится горсть морской соли, 1 столовая ложка травы чистотела, 1 столовая ложка травы череды. Чистотел и череду залить стаканом воды и прокипятить при закрытой крышке 5 минут. Дать настояться 3-4 часа и процедить. Процеженный отвар подогреть до 400 градусов, бросить в него горсть морской соли и растворить ее. Смочить в растворе тампон или тряпку и промочить им пораженные болезнью места. Дать высохнуть. Ни в коем случае не мочить пораженные места водой, а смачивать раствором до тех пор, пока шелуха не начнет осыпаться. В местах сильного поражения кожи могут появиться язвочки. Не расстраивайтесь, вскоре они заживут и отпадут. Таким образом, ваше тело очистится, не останется и зуда. Ни в коем случае не расчесывайте зудящие места, а смачивайте в подсолнечном масле тампон и смазывайте кожу до тех пор, пока она не приобретет здоровый вид. И снова водой не мочить. Еще я добавляла в готовый раствор половину чайной ложки яблочного уксуса и столько же тройного одеколона. После этого раствор можно не ставить в холодильник, а хранить в удобном месте, например, в ванной, чтобы он всегда был под рукой. И еще, я не только смачивала пораженные места, а делала компрессы, особенно на ночь. Для этого брала простую ткань, хорошо промывала ее с хозяйственным мылом, отжимала и только после этого смачивала в растворе. Приложив на пораженное место, сверху накрывала целлофаном, а потом крепко заматывала куском простой ткани, чтобы не было соблазна расчесывать пораженные места. После каждого компресса хорошо промывать ткань с хозяйственным мылом и опять все сначала. Молочница у женщин. На стакан кипяченой воды берется по 1 чайной ложке морской соли и соды. Все, препарат для спринцевания готов. Проделывать процедуру утром и вечером, на ночь, но не более 2 недель. После лечения побывайте у врача на осмотре, чтобы конкретно убедиться, что у вас все в порядке. Конъюнктивит. При всех видах конъюнктивитов рекомендуется 2-3 раза в день промывать глаза морской или соленой, 1 столовая ложка соли на стакан теплой кипяченой воды, водой. Ревматизм. Чтобы унять ревматическую боль, хорошо распарьте тело, а затем разотрите все, кроме головы, разогретым гусиным жиром. Наденьте на ноги хлопчатобумажные носки, предварительно положив в них хорошо разогретую на сухой сковороде морскую соль. И прямо в носках опустите ноги в таз с запаренным сеном. Гусиный жир, нанесенный на тело, усилит проникновение тепла в ваш организм. Потерпите этот жар, давая вашим косточкам хорошо прогреться. Тем временем морская соль будет растворяться в носках и уносить боль из суставов. Посидите до полного растворения соли, а затем примите ванну и сразу же лягте в постель, предварительно выпив 2-3 стакана настоя сушеных ягод малины, 1-2 столовые ложки на стакан кипятка, настоять 10-15 минут. Из вас начнет обильно выходить пот с кисловатым запахом. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!